Это очень красиво, это динамично, это завораживает. Все атрибуты, которые возникают у зрителя в голове при упоминании двух слов «Шерлок Холмс», все эти атрибуты нами сохранены. Правда, очень хороший продукт. Ждем продолжения. Я очень рада просмотру и удивлена, и при этом такая какая-то легкость после просмотра. Заинтриговал. Я думаю, что нужно посмотреть все 12 серий, чтобы выделить какое-то общее впечатление. Премьера сериала с 22 октября. Эксклюзивно на Старт.